John had already built his own set of moves by the time he hit puberty. Just out of those battles with his brothers. Buckle powered by Seth Rollins in position. And here we go. Все заранее предупредил, чтобы я нормально прыгнул. Опа. Он так сказал заранее, что пройдешь бомбу. Блин, им бы добавить бы новую бомбу, чтобы, как говорится, можно было от одного угла до другого пробежать, чтобы было, по-моему, прикольно. Он же в реальности пару лета пробегает, из одного угла в другой сразу бежит. Да, может, это восьмой. Нет, это точно. Я сегодня смотрю. Окей. Топи от Амико. Так, я не успею, наверное, свой провести Феникс Флэш. Не успеешь. Сина, может, и не реснить. Флэш хотел просто, ладно. Я так и знал, что так и будет. But when his dad got a beatdown on national TV, it turned John Cena into an entirely different kind of maniac. No kidding. Oh, Seth Rollins going in. Я слышал комментарии того чувака, который там стримит Dark Souls, и ситуация сейчас в нашей игре, короче, это все так синхронизируется, получается забавно. А, как мы сейчас промахнулись двумя ударами. Да. И у меня там такой, знаешь, кричит, типа, ну ты дара. Пожестче было. Да. Только не хэдкранк, спасибо. Так, где теперь? Не на кикал концу. Так, Сина удивит вообще сегодня, нет? И манки флип. Манки флип. Он же Monkey Flip давно уж проводит. У него просто обычно там два клоузлайна стоит. Блять, я там сломался весь. Роллинс разнирован, шок. Хватит. Суплекс. Так, Сине надо совершить камбэк. Не забыл там, где у меня там рунинг Книта, ё-моё, делается-то. Ранний ниг? Просто, по-моему, не задерживая квадрат, да? Да, просто квадрат. Я вечно задерживаю кубик. Да, лишь не надо задерживать. Блин, я хочу сделать Феникс Сплэш на стол. Звучит неплохо, Сина может даже дать это провести. Сука, это не успокоится. Подпиши меня потом на него, я хочу посмотреть. Такое ощущение, что вообще дуют траву, блин. А чё за гвоздь? Да я не знаю, чё за гвоздь? Как? Бесполезный. Интересно, как пишется? Бесполезный. Без. Именно без. Мракобесие на Руси пошло. Тем временем Роллинс набивает ебало Сины. И делает шутный старпресс такой. С места при том. Ой-ой-ой. Сломанный нос Сета теперь никто не вправит. Да. Сина, можно сказать, вот мне сломал носик. Ревенж у Сина. Ну, Сина обычно не ревенж, а это редемпшн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сина разозлился, так сказать. Сина показывает жесткий ростик. Как хил. Жесткий стиль матча. Да-да-да, вот, Сина пошел. Пошли жесткие приемчики. Вот нетипично для Сина. Когда уже интересно, кровь в онлайне добавить? Наверное, в 17-й, может быть. Так, как и сейчас можно говорить, да. Сина, Сина, всех,
все нормальные фанаты за Сина. Джигири. Дропкик. Что-то Роллис на расстоянии бьет. Тоги фото в разбись. Разбись, то есть разбери. Так. Ну, Сина. Вставай, Джонни, бой. О, неужели ветеран? Это типа Сина проснись. Так, может получится красный реверс педигри? Хотелось бы провести его. Или у тебя из-за титуды. Да, или у тебя из-за титуды этот реверс, чтобы на ноги встать. Если хочешь что-то увидеть, блин. Seth Rollins finds a way out. Cena reverses it. Oh, he really telegraphed that one, Cole. Ему собрали сочинение. John Cena with the offense. Oh, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. One mistake, one moment of hesitation, and you can find yourself in a world of hurt. Какой бы тоже стрим был, зачем? Чтобы деньги заработать со школьника? 18-м. Да нет, просто поржать. Чтоб посмотрели. У чувака просто голос прикольный. Yeah. И он там так тему. Знаешь, не просто матами сыпет, а шутит. С матами. Я такой, то нахуй посмотрел. Блин, так выглядит, вот такие слайд. And Cena wants to score big. Давай этот палку вару. Yeah, that got him good. He landed a perfectly placed strike. That'll cut off the last. Oh no, 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 no. Cena redemption. Fuck him. That's one way to make your lunch come back up. Lol. Ой, 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 ой. Титуда adjustment. The shoulders are down. Cena. Cena two. Cena three. No. Че ты вырываться разучился что ли? Да что-то я когда не сосредоточен, но не так получается. Вообще не сосредоточен. Нет, да я просто смотрю стрим, угораю, короче, и играть пытаюсь нормально. Короче, пять дел одновременно. А пятое какое? Не знаю, я еще думаю, что надо что-то покушать. Ой-ой-ой-ой-ой. А зачем ты поджег? Boy, this has just been хочу сделать что-нибудь такое. На первых так и сыню, да? А, нет, нормально. Right. А, вот фарикорный раунд было бы неплохо бы сделать. Да. Со стола, так сказать. Сейчас я врежусь. Ух. И стол такой подвинулся, аккурат. Спокойно вообще так еще. Я хочу делать красный реверс педигри. Шандерхук, фейсбастер. Это разве не фейсплан? Это Андерхук, фейсбастер. А мне кажется, это фейсплан. Ой-ой-ой-ой, сильнейший. Да, финации. И... Блять, мой красный реверс проебан, нахуй, сука. Блин, я бы мог его сделать. Сина винау. Да, вот тут уже все, для меня был большой финал. Да, да тебе уже два титуда было большим финалом. Блин, так-то было красиво, если бы ты красный реверс сделал. Либо там он напрашивался. Ну не успел, не успел. Стол как-то на расстоянии взял, сломал. Сплэш мне не взял, сплэш. А, блядь, ты не бот, я постоянно такую не делаю, но весь титул, короче, не взял. Супер, и все, упали оба. И стол тоже вместе с нами. И стол упал. Слоу, he is to recover here. That was some serious punishment. You have to think that's it. Well, I don't know if you would call it flesh. Look at the welts. I can't tell you how many victims have suffered the same fate. Oh, that's a shock. What do you think about that strategy? Oblivion your opponent and put yourself on the path to victory. What are you waiting for? What are you waiting for? If he takes many more of those, he's going to get lit up like a Christmas tree. Oh, what a shot. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect to be in the match much longer. Ну, ты понятен, сейчас. Я
Я даже не знал, что сиськи краснеют, если по ним пинать. Ты че, он чё-то не краснеет вовсю? Блин, я все жду, что не проведешь этот, блядь, гарпун, ой, этот педигри. Этот пинок, позиция школяра. Школ дроп. Да я не бот. Ладно, ты сразу за все говори, как тебе не тупи. Так ник же сверху, у ботов ников нет. Хотя в Counter-Strike есть лол. Я забываю. Да. Блин, сам у тебя малину бы это, не дать сделать. Сэд такой что-то задумавшись на боку, такой, надо ли оно мне дальше-то помогать или не надо. Блин. Красный реверс. I need to красный реверс. Бля, ты столько реверсов подкопил, чтобы сделать красный реверс. В итоге у меня два реверса сейчас просто пропало. Я не бот. Все. Вопрос снимается. Ты хочешь что, сплэш делать или что? Блин, я хотел этот кубштом свой провести. Так что сильно надоело быть этой грушей для лица сверху. Эстетичный спор в матчах с Синой. Чувак, все, жопа. Разобил, нет, да, нет, но. Камон. Камон, JR. Yes, I do. No thanks, А что там, Джой Стайлс хотят вернуть? Да, не буду возвращать, не, он же сказал, его не будет в игре. Официально уже, да? Да. О, там прикольно было получилось. Ну чё, вот 16 в одном бою есть? И все, да? Да. А в каком? Этот, блядь, Майки Вьюпрек против Остина. А, во-во, точно. Чё-то я стомазил. Реверсов нет, могу и капстом получить, еще что-нибудь. Man, oh man, did he take a wild вот. Swing with that one? You're right. О, что-то криво начал на захват брать, в итоге потом Роллинс вспомнил, как надо брать на захват. Как-то аж ноги поломало все ему там. Да. Хотел на бомбу сделать, да? No, да, вообще, вообще, да. Чисто дайв. Ладно, ты тут adjustment for the win, как говорится. Ауч. За рингом нельзя кирпстом сделать, да? Не. Лол. По-моему, нельзя. Он же от канатов не разгоняется, бред такой, если честно. Хотя попробовать можно. Делает? Не, он пока даже нет предпосыла, чтобы он делал. Лол. Только Чёрдж Финджер, короче, да, только педигри. Коптил. Ну, Сина, захвати. Только не он, момент, камон. Чё ты название перегнул просто, Турбакл СТО можно назвать. Да, не знаю, по виду просто решил посмотреть. Ох ты, бесплохой. Суплекс. Ой-ой-ой, фига так сильно, такой с полуоборота сразу. Да. Обалдеть вообще. Блять, я забыл, что ты можешь ловить. Но и следом еще этот кюрп стомп будет идеально. Как раз он не перевернулся. Да, как раз он не перевернулся, и следом кюрп стомп. Стомпы. Лол! What the fuck? Пиши. Это что за хуйня? Эркот, Синок, серьезно? А вообще должен ревью был делать. Блин, сделал, видимо, блять, на курбстом только один реверс, лол. Это у всех, короче, реверс RQ будет, курбстом. Походу, да, лол. Это да. Лол.
Нифига, ты записал? Да, записал, потом обрежу. Офигеть. Curb stomp, curb stomp. Блин, попробуй педигри мне заебаться, может перевернуть по красному. Педигри? Да, может перевернуть красному, у меня где-то в 3 реверс. Boy, he is really tired now. Ah. Oh my, get the medics down here. Пиздец, ничего он там скачет. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? Футбольный. This is unreal. Надо подобрать немножко. Ты что, хочешь попробовать реально сделать реверс? Да, красный, красный. Готовь себя, уже начал. Я выезжу, да. Fucking shit. Сэра, когда он вот так зажал. О! Синейшн! Синейшн! Клоузлайн! Нихуя себе! Он закрыл за мной. Да. Джинкин Симит! Господи, вот всемогущий, блядь! А теперь давай ты красный. Всемогущий Рейнс, давай. Готов. Постараюсь, точнее. Не-не-не, да выруби меня, выруби. Вырубить? А, тебе надо именно под подготовку, да? Да, я уж так не смогу. Давай, давай. Чё? Давай. Давай. You ready? You ready? Давай. Ну сейчас надо нажимать, давай. Ну, ну, вот ты... Нет, сука, ты что, Нет, ты его должен сделать, чё я ещё подкоплю, ты его обязан сделать. Ты его обязан. Так хотелось, чтобы он получился в этот момент, но он не получился. Да, о, блядь, я сидел. Это как ты провел это DDT, йоу, лол. Не знаю, анимация такая. Да. Что это за адский крик сейчас был? Где? Да, это в Dark Souls такой крик, конечно, демонический. Да. Прям как Майкл Коул. Да вообще даже вкусно. Да, блядь, фак. And John Cena finds himself in a fight, a bigger fight than he may have even expected. Well, I don't know about that. Cena's no fool. He knew this one wasn't going to be easy. Серьезно, ты чё, по глазам? Ну, это ж Роллинс. Хотя, ну, Роллинс не такая крыса, короче, как, не знаю, там кто. Да, по глазам мы не тысяч. Watching the superstars file into the arena earlier today, you can tell the baby just a different mindset. О, блин, даже скорее Эмброуз Криса. Ну да, он же там всех нападает с behind, from behind. From behind, like a forum. Так, надо бы обязательно сделать вот финиши. Финиши? Точнее, реверс. Давайте сам их проведу. Давай. Сина. А там сразу, короче, как, вот смотри, как только первый раз ревер, то есть зеленый показывается, а потом сразу красный, да? Сразу, ну, да, нажимать? Ну, почти, да, когда он уже на плечи закинул, готов сбрасывать, надо нажимать. Так. Давай. Следи. 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 Жми! Yeah. А чё не встреч? Чё не прыгает? И педигри, 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 педигри. И гона, блядь. Но, кама. Серия реверсов, Сина выходит победителем. Чё это, ну, ой, да. Вообще колорит отличается. Не Джонни Боя. Педигри, блядь. Педигришка. Стоял, ждал что-то вообще. Да. Где сплэш? Вы не то сплэш. Окей. Выстрел сокола. Спокойный выстрел. Выстрел из сока. Так, на турбакл. Пауэрбам. Комбинация сейчас, короче, будет. Кэрбстомп и бомба? Ну вот, короче, бакл бомб, крупстомп и тянет сплэш. Нихуя себе, ты там замутил. Я боюсь, я тебе собью комбо, сори. Фак. Сука. Я тоже в ахуе. Блядь, все-таки Сина. Сина повержен. Вот это бывает разве такое, чтобы Сина был повержен?
надломило его так на втройную прям вообще. Ух ты! Фак. И Колин. Ладно, на кик-аут на Ванду. На Ванду же, One on one with the great one. Just хотя like... уже я ничему не удивляюсь. Да. Слышал, Киржаков вспомнил. А кто там Киржаков? Промахнулся кто, что ли? Да, да, похоже, да. Ну. Блять, ну это, по-моему, у каждого второго стоит, да. Так, Джонни Бой должен удивить вот, вот этим броском. Падай. Так, он по-хиски ударил, приказал, падай. Чё-то они теперь не красные. Лол. Реально. Куда вы делась презентация сексу? Он покра... он помазал гелем. А Роллинс так точно может? Да, я так делал, причем. Ты делал? Он просто прыгает, короче. Да, а, может, ноги. Там стамина нужна нормальная? Да нет, там же, если... Я не знаю, потому что там, по-моему, две разные анимации просто. Фокс сплэш! Оли мамасита! Ты как фокс сплэш. Джон Сина with a nice reversal. Nicely done. I'm not sure I can watch this. Yes. Так только Стайлс может. Стайлс обычно кулачком. Вот это свой кулачок. Не коленом, я забыл. Да. Посмотреть себе. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. John Cena's going up. А что будет, конечно, дабл. Точнее, давай в турбаку. Лоу, на счет трех, что ли, прыгнем? Да. Давай, отсчитывай. Раз, два, три. Никто ничего не делает. Они не прыгают. Да. Вот канат вот так вот. Too late. Пиздец. Блядь, даже на пасгене можно было с разных канатов прыгать одновременно. Тут-то что мешает? Все урезали, потому что анимация дорогая слишком. Да, блядь. О'Коннор. Я не вырос сразу же. Он мог так попасть. И так поебал. Фьюри панч? Да, блин. Еще раз бы этот Педигри Риверсмит в красном. Бомба дает красный реверс. Не, я уже зеленый пас сделал. Ау, вдрючил ручеечку. Так, все будет реверс. Нет. Серьезно, ничего на драйвер 2? Да я хотел бы крипстон сделать, короче, он стал переворачиваться уже. Крипстон для чего? Просто. А. Дичь. Поиться при финише. Ты еще можешь завершить красиво. Кого пинаем? Сет. Ого. Сина перепутал канаты. А, ты хочешь Инзагири? Или меня просто отсюда сбросить? Да я хотел Инзагири, он там залажал. Лоо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 Сейчас, короче, кто первый поднимается, надо пробовать финишер проебашить. Так, пока Дарец встает и проводит финишер. Давай, может реверс получится, кто сейчас раньше встанет и нажмет священную кнопку счастья. Вот тут как раз стул есть.
перегрев. Роллинс что-то забыл спот в матче, и он начинает шатать. Вот я прям стою рядом с этим стулом, намекая, что надо проводить педигри. Да. Ему выйдет то. О май гад. Curb stomp. Curb stomp. Что ты хочешь делать? А, это curb stomp? Да. Вау. Нет. Я сейчас уже варкод переводить не буду. Тут глупо смотрится. Теперь перегрей. Такая серия убийственных. Curb stomp еще один? Да, бля, я хотел педигри сделать, как раз тут. Охуеть, блядь. Шролин за точно штраф вытащит. А теперь ты можешь красный. Давай, it's your destiny. Давай. Только не тупани. Жми! И это перегрев. Нет. О, охуеть! Во-во-во, это прям матч дня, бля, охуеть! Это движение, блядь, сука! Приветствую! А, давай! Кирпстоп, перегрей, дротик! Это по-другому делать. По-другому тыкнуть по глазам и свернуть. А, да, планчи же, точно. Планчи надо сделать. Да, пока будешь делать планчи, я сделал, я сохраню ролик с этими штуками, с приветствами. Бля, там прям вообще напряжение было. Все, я сделал. Сохранил, давай. Выкинь, ебать тебя там перевернуло, неплохо так-то. Вообще, ну-ка. Блин, нет, раз. Бол. Серьезно, ради суплекса ты должен... Да, оба рыцаря бесил. Уже не знаю, что проводить. Как, что и как. Все просто практически проведено, все. Да, уже все проведено. И стол разбит. И обычный стол. Только Phoenix Flash на обычный стол мы не видели. Но мы еще давненько педигри не видели. Точнее, видели попытки. Но не идеально проведенный педигри. Серьезно, Body Splash? Ну я поставил вместо того, чтобы там, вместо чего он там раунд, там, чего он там, что-то другое поводил. Старший Пейн. Ну, я не знаю, что поводил, я а то он слишком часто поводит Phoenix Splash, короче, и вообще не то получается. Да. Сенация умерла, рип. Роллинс вообще нам поиски. Не, не, если тебе нужна слизь, слизь, просто лезть нужна. И только оттуда идти, туда провести, кстати, и на стол, да. Прикольно было бы. Тащи лестницу. Дивон, give the ladder. Где, вы coming now? Put on the tables. Немного не то ты сделал. Я знаю, это заранее знаю. Back between the ropes. Тут Сина нападает как крыса. Ой-ой-ой. Зачем? Я не хотел делать эту хуйню. Я опять пинок ебало. Опа, нихуя! Сина готовит ладдер. For your ass harder. Ladder for your ass harder. Fucking you, да. Fuck you. It's you, fuck you. Сина вдало море погоды. Вай, Сина, вай. Вай. No. Пиздец, в лестницу улетел Джонни Бой. И лестница вместе с ним. Ты просто бомба. Нет, 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 нет. Все, финишер есть. Теперь главное реализовать задуманное Джонни Боем. Да, кажется, мне не хочется, что ну, не знаю, не знаю. Мне вот стамина нужна к минимум наполовине.
Бросок лестницы нужен охуенный. На месте. Не знаю, что я сейчас ждал. Там мог лестницу поставить. Драгон суплекс. Просто суплекс. Привет, не получился. Девятый, да. Девятый, я помню. Девятый, пора бы запомнить. Да. Ты мне там хоть прием что ли ищешь? Да, просто проводим все вариации возможно. Да. Логично, да. Нет, ну хоть стол не сломался. Я за это переживаю уж. Да я тоже. Да. Нет, дура. То есть стол дурак, да. Ну физика дура. Полная. Да. Физика дура, реверс молодец. Нет, нет, я хотел сделать аттитуду, короче, лестницы на стол. Блин, жаль. Ой-ой-ой-ой-ой, Сеф и Роллинзы нынче сами себя губят. Сина бросает вызов Роллинзу на лестницу. Долбоёб. Так поудобнее поставил, чтобы Сине было проще залезать. Inside the ring now, finally. Let's get this done inside the ring. Заебись. Твоя задумка вот пройдет, хотя я не знаю, какая у тебя задумка. О, Сина! No. Все. Это it's over. This is awesome. Раз. Сина 2. Сина 3. Нет! Ну как так? Почему Сина? Сина 3. Тут Перегри? Нет, тут Скаляр. Раз школьник. Два школьник. Роллинс уходит со Скаляра на... Сина не переведет. Я не попаду. Не попаду. Тут. То это была глупая концовка такого охуенного боя. Блять, Сина ждал прием. И все, и это называется... За столом, на столе бутылка водки, а ее никто не пьет. Да, обязательно. Типично. Кому там еще это, ему ебало еще там тортом залили. Осталось, я снял только футболку, снять и полностью его унизить. Да, бедный Вова. Да. Чемоданчика решили, кроме титула ничего не добился больше. Да вообще, короче. Это мы видели, окей. Блин. Надо им вот эти вот нагибашки как-то пофиксить или что-то новое добавить. То нагибашки так-то уже достали. Охуеть. Ебать там волосня. Мне тут скорее жалко волосы Ронзи, которые застряли. Сейчас будет, по-моему, охуенный реверс. О май гад. Не знаю, что сейчас. Да. О май гад, вот это, по-моему, или Сина сломает руку, или Роллинз за пизда. Да, Роллинз разбил, как можно такое. Да, смотри, какая у него рука. Так. Так что мы увидим Феникс Сплэш? There's practically no rules to enforce. The only thing they have to worry about is declaring a winner. Нет, там же надо заканчивать. Да, давай как-нибудь его закончим красиво. Так, получилось? Эй, что это было? Чё? Чё ничего не провёл, блядь? Пиздец, серьезно, клоузлайном разбить стол? Are you fucking serious? Так, чуйка, что будет реверс. Я думаю, ты попробуешь сейчас его сделать. И так, его научился делать. И на педигри тебе ничего нету, да. Да. Нет, ну только такую хуйню заканчивать не надо. Да, слишком будет глупо. Все-таки тут сильный Роллинз. Я вот это хотел сделать, да. Совбор. Да, жесткая хуйня.
Пиздец, три реверса. Ну проведи уж что-нибудь, то есть три финиша. Только не кажется, что он был. Блин, у него нет красного реверса. Фак. На, въебало в пол. Просто она такая финиша. Да. А что, Сет Роллинс не умеет воспроизводить финиши? Не, не умеет. Чего бы он умел бы воспроизводить? Oh, no. Не, воспроизводил. О май гад. Подучили, подучили, да? Да. Давай, шатра. Один раз, не когда раз? Да. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это бойцовская херня такая. Роллинс потратил всю стамину на то, чтобы ебать Сину. Блин, Сина красная вообще. Там Роллинза, по-моему, тоже. Так. Нет, ну ебланские ебланы. Ебланские ебланы? Да, это было. Ты не на тот канат залез. Бать, должна быть эпичная концовка эпичного боя. Я тоже понял. Щит не помогает. Сейчас бы лестницу бы попинать. Серьезно? Ой, у тебя колени разбилось, там операцию делали. Ну ладно, сделай еще раз. Сина хватает из ниоткуда на аттитуду и пробивает ее. Тут что Роллинс разбил колено, логичная аттитуда, типа Роллинс в колонне себе ее разбил. Да. Лучше, чем этот Джефф. Ну ты потом не пришли его, кажется, целиком, я хочу посмотреть его. Че, ну